Я до сих пор не могу смириться с тем, что Жанны уже нет. Это просто мысль у меня никак не укладывается в голове. Говоря о ней, естественно, только можно говорить хорошее. И именно это сейчас будоражит, наверное, чувства всех людей, потому что такой искренний, чистый человек, вот он не заслуживает ни такой сокрушимой болезни, ни тем более смерти. С Жанной я познакомился на каникулах в Мексике. Она всячески помогала мне и всем участникам, несмотря на то, что все люди разные. Что это игра. Кто за деньги, кто за власть, кто за чувство борется. Она всегда была миротворцем, и общаясь с ней, а такие минуты были, они назывались медитация, когда участник реалити приходит и тет-а-тет разговаривает с ведущей. А мне такое ощущение, что я заходил в храм, и передо мной сидел святой человек. Я просто даже не верил, что такие люди могут быть, и думал, она на время включала правильную ведущую. Но когда выключались камеры, передо мной сидел тот же самый человек. И это то, чем восхищается вся страна. Мы даже не говорим о песнях, да, просто о человеческих качествах. В ней заключалось все самое лучшее, что может быть в человеке. Никто ничего плохого не может о ней сказать. И это поразительно. Поразительно, что этот человек из шоу-бизнеса, и у него такая аура. Поэтому мне действительно обидно и жалко, что такого человека с нами больше нет.